Здравствуйте, друзья. Только что пели птички, может, и вы услышите. Да, я слышу, птички поют. Мы в Санта-Крус, не были тут 2 недели, а время дождливое. И я хотел вот этот сюжет снять о, знаете, о благодатности вот дождей с точки зрения того, что с лимонами происходит. Вы посмотрите, что случилось. Тут вообще была веточка такая, знаете, она... Ну, так себе была боковая веточка, но не то, чтобы там что-то такое с ней происходило. А тут, смотрите, как были какие-то зеленые такие култышечки маленькие на них. А тут вот она прямо же лежит. Вот. И мало того, тут еще зеленых-то подвалило. Смотрите, сколько они тут гроздями, как виноград прямо. Страшное дело. Вот. То есть продолжают. Вроде и цветения же нет, правда? Откуда же они берутся-то? Вот. Смотрите, какие чушки здоровенные. Вот такое кустище у нас. Вот такое кустище. А? Вы смотрите. Тут даже, я смотрю, портится он, что ли, там? Нет? В общем, такое вот зрелище очень симпатичное. Надо будет... Может быть, снять какое-то количество. Мы садовнику говорим, давайте подрежем. Он говорит, ну так, конечно, говорит, но вы снимите урожай-то, чтобы не получалось, что я по-живому, так сказать, по урожаю обрезаю. Ну, а нас не было 2 недели. Вот видите, какие мусипусечки тут появляются. Вот. А это вообще такой формы интересной, смотрите, вот это. Да, прям как пилюля какая-то. Все, что-то мы сегодня сделаем с ними. Наверное, как-то так пообрезаем.